Добрый вечер, друзья. Мы с Юрием поехали на вечернюю зорьку на Боробойку. Сначала решили помормышить. В прошлый раз хорошо ловили на белый опарыш Беркли. Сегодня Юра ловит на зеленый опарыш Карп Про. Я начинаю с живого. Смотри. Ну, у тебя тяжелая мормышка. У меня одноухая мормышка весом 0,3 грамма. У Юры мормышка 0,6 грамма. Мелочь не дает скучать. Заметили выход окуня и переключились на джиг. У Юры на отводной мощная поклевка толстолоба на Манс Твистер 1,6 дюйма. Давай. Ты рыбу, ты сказал, что ты рыбу не берешь. Так, у меня весы есть. Ловим пару окуней и переходим на другое место. Окунь стоит на дальней дистанции и видно, как птицы пугают полосатых разбойников. На выход мы опоздали, но с десяток поклевок получаем. Юра на силикон, а я на вращалку.
Довольные, хорошим вечером отправляемся домой. Всем ни хвоста, ни чешуи.